Следующий момент, да, чтобы вы как-то прочувствовали, вот он меня взял, да, вот так прям. То есть, вот так, вот, да? Не, прям вот так. Вот так. Вот, чтобы вы прочувствовали, как это работает на потоках, а движение ограничено. То есть нужно работать тем, что у вас не ограничено. Нужно усиливать степени свободы. Поэтому, когда я посылаю нисходящий, раз я ногой. Ногу-то он мою не держит, правильно? Я нисходящий посылаю просто в своем сознании, да, через свое тело. Практически могу, даже не здесь просто раз, а вот эту ногу никто не держит. Я колено раз, а теперь пускаю ослабление. Пошла работа. Вот сейчас просто ограниченное движение, чтобы вы научились вот этим вот именно пользоваться свободной частью своего сознания. Потому что так или иначе, руки уже как бы привязаны к рукам, то есть они уже находятся не в свободном состоянии, в зоне контакта сознания. А там вот свободное состояние, вот через это вот начните сейчас работать. То есть прям раз, вот, да, я держу. Ты, значит, нет, сейчас ты раз, я, видишь, ты плечом дернул, я тебя начинаю, а ты нисходящий пустил и в ногу, оп, все, вот видишь, что у меня, я поплыл. А плечом дернешь, я тебя только сильнее сломаю позвоночник нахер и все. Особенно, когда сзади захватывают, захватывают за шею, да? То есть раз, если вы неправильно дернетесь, вам сломают все к чертовой матери сразу. Поэтому вы должны уметь сознание запускать в точку свободную, да, где степень свободы абсолютная. Эту ногу никто ничего не закрыл у меня, да? Раз ногу никто ничего не закрыл, то значит я свободный, да? Вот он меня поставил на колени, вот он нож, зажал там и так далее. Ну, что-то, да, конкретно. Вот видите, руки не свободны почему? Потому что они, скажем так, у него сейчас зажаты, и я если раз, его руки начнут действовать. А ногой я раз, качнув туда, и он у меня здесь лежит. А здесь я его уже пригрел, скажем так. Этого тоже, чтобы не стоял. То есть за счет того, что я, скажем так, степень свободы, или вот он, допустим, иди сюда, ну с ножом, раз серьезные пацаны, Министерство обороны, все нормально. Ну вот здесь ты меня взял, да? Вот так зажал, все. Все, видите, руки зажаты, все. То есть если я рукой дернулся, его рука уже пошла. А ногой его рука не пойдет. А здесь я его спокойненько говорю, а теперь ты ногами пошевели, как тараканчик, и все на этом пойдет. Да. Поэтому необходимо включать, усиливать степени свободы, то есть усиливать своей энергией, вниманием то, что в этот момент свободно. Вот, допустим, я не знаю, там, руки, да, они у меня вот взяли там, все, вот так, это так и так далее. Руки мои степени свободы не имеют вообще. Одну ногу можно, да, наступить, на вторую можно наступить. В этом случае, смотрите, что у меня свободно, да? Степень свободы только колено. И я через эту степень свободы начинаю работать. То есть даже стопы они мне перекрыли, но в коленях я свободный. Да. То есть степень свободы любая. Здесь, смотри, опять, смотри, перекрыли. Да, ногами там, может, как-то колени прижали. Вот. А нос-то у меня свободный. То есть я могу сработать и носом, да? И так далее. То есть нужно усиливать то, что у вас свободно. И через это начинать менять что-то другое. То есть стать, ваше сознание должно стать сторонним наблюдателем. Для этого оно должно быть свободным. То есть вы переводите туда, где абсолютная свобода. Да. Чем больше разгон, тем лучше. Что? Чем больше разгон, тем лучше. То есть амплитуда. Да, для поначалу вы утрируете движение, да, и прям, да, создаете эту амплитуду там и так далее. Потом он идет внутри, мы его прям раз, я подошел, вот, да,
Вы его можете не заметить, как его сознание уже запустил туда, и он уже готов. Это можно со стороны даже никто не увидит. Нет, если человек уже полностью зафиксирован, не знаю, 5 человек держит меня, да, то уже разгона никакого нету? Или как? Или все равно? Нет. У всех, если они все держат меня, они все прикреплены к моему сознанию. Одна точка. Да. Ну вот, допустим, два ножа, да? Было. Ну, допустим, один взял меня под нож, поставил, да? Второй там и так далее. Но они-то вместе с моим сознанием. Поэтому я работаю через сознание, да? Они-то вот здесь оба, они со мной. Поэтому я за счет простых движений могу выполнять все эти моменты там и так далее. Да, конечно, вы видите, я туда ухожу. То есть я ухожу туда, что свободно. Потому что если я начну просто сразу здесь, да, дерну, оп, все, оп, дырочка конкретная там положена. Ну да, а я в ноги, и все, а и так, тут спокойно, говорю, так, парень, ты не нет. прав, нет, что ты пришел, ты не прав сегодня, и ты не прав сегодня, и так далее. Понимаете? Здесь, допустим, он меня сзади возьми, допустим, Саша. Этот здесь, да? Здесь перекрыто, здесь перекрыто. И так далее, да? Но я могу поток просто пустить исходящий, расходящий, через это сработать. Понимаете? Когда я пустил восходящего, у него, он его чувствует, но он для него не опасен, а у него нож остался. А этот уже уходит. Потом еще один момент, да? Также, допустим, ну, можешь сзади поставить, можешь спереди его поставить. Вот. Все, я просто пускаю вот этот поток. И по нему просто тело отпускаю. То есть практически, если, предположим, я вот один, да? Вот, да. Поставил, это я вот просто так его заберу даже. Да? Я даже не буду заморачивать. То есть как только пошло сознание, вот, допустим, вы поставили, да? Раз запустил, видишь, у тебя нож-то без сознания, что с ним возиться, если там ничего нет? А здесь чух! Правой рукой, да? То есть смотрите, что получается, да? Раз. Но особой разницы нет, левая рука, правая. То есть, все то же самое. То же самое. Но первое, что вы не заметили, я сознание уже отпустил, а теперь нож без энергии я забираю и иду дальше. Понимаете? Через левое плечо. Да, все идет одинаково. Поэтому вот эти все упражнения я вас подвожу к тому, что я потом сознание, вот раз я здесь вот, да? Но сознание пошло. Вы не видите движения, да, да, да. Но сознание идет по той же самой. Говорит. Поэтому говорит, о, поддаюсь, о, отдает сам, о, это. Да, со стороны это кажется, что это так. Особенно, если человек, скажем так, не боец там и так далее, он может уцепиться вот так сознанием, да, и он ни на что не клюет, потому что его сознание неподвижно. Он просто вот так вот. Да, вот. Ну вот он уступился. Ну тогда ты просто отошел спокойно, дал ему сюда, да? Дал ему сюда. То есть он не дернется, он вот в таком, вот это вот качки, которые накачаются, да, вот так, попробуй меня, я так глаз, дум, готов.